Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Ну все, ждем. Ждем, ребята, ждем. Сам пользуюсь своим промокодом. Ну, одноразово, само собой, воспользую. Мне стыдно вводить такой промокод, вдруг курьер подумал, что я ношу парик. Я ничего подобного, ничего не должно быть стыдно. Вот, ребята, ждали, когда будет новый промокод. Вот вам, ребята, новый промокод. Let's go! Все залагало, конечно. Дец распоражение. Да, блин, что-то клиф этот, один операция, такой себе. Ну, я пытался остальное тоже постам разогнать немножко. Возможно, было остаться дальше прям полно триплеты. То есть Смурок сильнее получается. Ну, как сказать, сильнее. Мурлок хочет что-то вернее. 8-5. Если ты бежишь за ним, игнорируя вообще все такое, я беру 3-4 свинью и прям фул ролю. То есть я бегу 6-ю таверну и фул ролю. Это можно, наверное, получиться на ком-то, не знаю, типа, если там на 1К играешь, 2К. Где люди, в принципе, мне покупают все карты, и там с чем угодно ты можешь сидеть, и тебя никто не будет наказывать. Ну а так, как будто прям брать 3-4 свинью и бежать левел, ни о чем не думая, как будто не очень хорошее решение. Типа прокнет, конечно, молодец, но ты очень много голды тратишь на то, что тебя может не прокнуть, или ты можешь просто с этим не успеть. Ну, короче, мне не нравится. Неужели лобби 2К? Да нет, дело не в том, что не уважают. Дело в том, что это может просто... Что мне здесь работает? Так, я бы, может, даже потроллил. Я хочу что-то с нормальным проком. Может, ребор на бомбочке будет или еще что-нибудь подобное. Бабл пророк. Залочить не хочу. Отказываешь, как оно происходит на Low Air? Ну так, у меня это... На Америке есть тоже аккаунт. Ого, хорошая штука. Но как? Можем залочить, на следующий ход делать левел, разбить его в двойки, забрать потом инвестиции. То есть купить здесь что-то, скорее всего, и что-то еще забрать. Или сразу его разбить, забрать инвестиции. Ага, его сразу разобьем. Поехали. Потом голдишко еще на что-то потратим. Может быть, левел. Две карты купить или еще что-нибудь. Очень сильно. Еще один рифер, еще и бабля. Вопрос, как что Саша голдой делать? Два ролла? Пара? Блин, без тех, кстати, можно было собрать его, да? Я бы ролл, наверное, сделал. Два ролла. Хоп. Просто выкинь то другое. Че париться? Хоп. Нормально, сидунькаем. Let's go. Две карты в игре, больше эту карт не знаю. Сейчас будем сидеть в шоке такие, как наг дают, как наг предлагает отсюда. Наверное, не так хорошо играют. Неужели на лул? Тебе ничего не дадут, тебе не предложат ничего. Позор. Ха?
Кто позор? Вообще не позор, даже близко не позор. Ладно, мы забираем, но пока что это не так хорошо, на самом-то деле. Не так хорошо, как хотелось бы. Может быть, залочи там наги 2, ну блин, каковы шансы, что там наги 2, и из них одна... Ну то есть мы знаем, что одна из них 4-3 нага. Да не, ладно, фигня его лочить. Надо блюз найти. Только блюз. Без блюза просто, без единого блюза это, ну, такое. Без блюза это совсем бы. Реально промокод фрик сделал, ну так... Я сделал голосовалку. В чате проголосовали за этот промокод. Но мы теперь все, теперь его используем. Так что вот, ребята, говорю, которые... Просили такие, говорили, а что там, когда уже новый промокод будет? Сейчас у вас есть шанс, возможность как раз таки доказать. Прямо сейчас блюз. Блюз. Только блюз. Воу. Я думал, левел сделаю. Я точно тебя соберу, вопрос. Вопросов. Окей. Хороший трек, спасибо. Спасибо, Ластейт, хороший трек. МБ-3-5-4, посмотрим, можно 4 собрать. Ну, сейчас все равно хотелось блюз забрать. То есть на этот ход я не хотел его топе собирать. Важно было сейчас блюз поставить и его разыграть. Так, что мы там, справились? Драконы всех побеждают! На 10 его побил. Получай! Это максималка? Это минималка. Так, ну мы собираем 4, правильно, триплет? Мы очень хотим Аракаса раскопать. В пятерке есть что-то для нас. Вообще ни одной карты. Ну есть одна, но фиговая, она хуже. Вот такого копаем. Тоже пойдет. Тоже нормально. Хопа. Бабл, не, бабл, чем можно. Вот эту штуку хотелось бы оставить, если можно. Ну, Татьяна стол не оставим, получается. Но как? Но как? Предназначен 1-1. Она 4 стоит, не 3. То еще тебя продавать? Здорово, владелец данной цифровой трансляции. Здорово, здорово. Что, уже чуешь победу? Сделал заказ с промокодом ПАРИК20. Тут приезжает курьер, передает пакеты. Я понимаю, что что-то не то. Эти фрики сварили мои заказанные с пакеты, скрутили их парик, как у стримера. Сейчас я сижу в нем на трансляции, завтра буду снова заказывать. Спасибо, Арслан. You're welcome. Oh, you're welcome. Правдивая история, кстати, да. You're welcome. Подожди, с Тир 7 можно что-то крутое сделать?
Я беру, а дальше что-то придумаем. Окей, окей. Не окей. В реборне еще. Дэм. Хо-хо. Хо-хо. Хо-хо-хо. Сейчас, сейчас, ребят, будем улов жесткий ловить. Каждый раз нам будет что-то прикольное даваться. В этот раз дали золочение мракации. Пойдет? Пойдет, пойдет. Нормально. Есть еще ведьма. С ведьмы я могу собирать много маракасов. Одну маракас нашел, все маракаса будет. Подожди, дело ваше существо. Ваше. Шахматы. Шахматист, что ли? Ты вонючка, не шахматист. Ты вонючка. Блин, на личе, кстати, шахматы и лич это прям лучшие друзья. Блюз не дали. А вот и ты. Я тут пригнал стадо существ. Не же нет смысла, да, лавлапать. Мы прям ищем. Bubble Reborn. Ха. Надо просто хитнуть, надо найти. На что еще деньги хватает? Та же самая нет, когда считаете. Это, конечно, не мячик, но я заберу. Вас уже правильно забрать сейчас его сразу, да? Или что думаете? Я могу забрать сразу блюз? И поискать именно маракаса с двух роллов? Я могу его залочить? Я, наверное, сразу заберу. Тоже, наверное, сразу заберу. Прям именно маракаса поищем. Ладно. А, да, забыл, точно. Не страшно. Окей, ладно, получились эти штуки, хорошо. Свинья не нужна. Хочется под лодж так остаться. На следующий золото соберем. Че так оно дало? Так оно должно одного давать. В смысле, ваша маракаса дает, если вы про это. Ну да, я просто ладно, пойду.
Типа такого сделаем. Все равно позор. В смысле, в нем уже... Там нет способности. Маракасовые способности просрали. Сейчас я поставлю. Нафига такое просить, типа тяжело. Ну тебе все понятно на твоих. На твоих одинка. The fuck? А, короче, пофиг замыкаем. Жень, золотая, магазин. Ну, тяжело сделать золотой. У тебя карта замерзла, сейчас мы разморозим. Мутанцев получить на самом-то деле. Планку пробовал. Жалко. Что с вебкой, почему она пропадает? Это комок там бегает сзади, трогает шнуры, задевает и из-за этого лагает. Бабл. Блин, сейчас как мы делаем вообще? Короче, продал монетка. Не знаю, что-то куда-то отдал, неважно. Одну ведьму продать.
знаю, деньги куда-нибудь на потом. Плевать. Вообще надо было, не, надо было, наверное, роли же на этот, на Мутануса точно. Фул на Мутануса. Он, по идее, должен быть всегда прям проблемой. Надеюсь, что он ничего не поймет, ничего не догадается и просто вылетит. Почему дракон не ставишь? Ну, я подумал, Маркаса пусть сейчас будет золотая, вроде лучше. Под стрим работать балдеж. Спасибо за утренние стримы. За донатики. Только в скобках удали. А что в скобках там? Блинский, ладно. Надеюсь, что хватит. Чуть хватает. Ты же мутант, правильно? Ракушка, ракушка давно отлили, да. Может, Матанус? 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 Ладно, значит, мы справимся. Единственное, счет расстановки, надо подумать, как мы сделаем. Возможно, что-то этакое? Как опять лучше всего расставиться? Ну, вайби. Да ничего, по факту, на самом деле. Чужеская партия, ну, тир-7, на самом деле, довольно хороши. Можно и только с мутанцем играть. Дракона ближе, зависит от того, догадался он или нет. То есть он должен себе что сделать? Он должен себе героя в Реборн сделать. Ты просто зверь. Это прям must-have для него. Да, им вперед оставят, само собой. По-моему, это не выиграет, кстати, да? Да, это не выигрывается. Сдавай туда.
Вырос только там каким-то проспамом говна. У меня вся карта одноразовая. А, ну и, кстати, этим выигрывалось. Но обычно поднимают статы, чтобы проходчик не работал. Обычно проходчики не работают против таких героев. Так, сейчас, секунду, мне там уже все пришло. Чарим, покажу. Покрыча не проходила. Мне, короче, дали, смотрите, ланчбок от самоката. Там у них акция проходит. Все заказываешь, типа, за рубль, потом берешь вот эту штуку. Не знаю, зачем мне ланчбокс, но я подумал, а что это? Есть такая штука, я себе возьму. Я себе возьму, прикольно. Так, далее, ну давай, быстренько все покажу. У меня тут есть чиабата. Хлеб взял. Сыр взял, тоже прикольно. Там, а торти разные сыры. Вот так вот сделаем. Стрим 5 лет, ну зачем? Ну она бесплатно, считайте, идет. Ты ее просто так получаешь, ни за что. Так, вот, чай себе, ребят, взял. Чай, колбасу. Ну, как обычно. Обычный запак, так сказать. Сыр, колбаса, хлеб. Так, взял ты вот эти вот универсальные полотенца, тоже удобная штука. Взял там, хоть что этот вытер. Приготовил там что-то, вытер. Разлил что-то, вытер. Удобно. Так, питьевой йогурт вот взял, смотрите-ка. Что еще там взял? Что еще я там набирал? Что еще у меня есть? А, это я сейчас покажу, да. Вот. Икра из молодых кабачков. Чай прозрачный, ну там из-за этого не видно. Из-за хромакея. Так, кул взял. О, ребята, куассан взял, куассан. Ви-ви. Далее. Только всего наприходило. Сидел, катку играл. Катку играл, вообще с места не вставал. Через телефон, хоп-хоп-хоп, быстренько заказал себе продукты. Сидел вообще тут с вами хихикал, развлекался. Вот. И благодаря самокату доставили. Просто за 5 минут взял, заказал. Быстренько доставили, вообще ничего не сделал. Хоп, сразу дальше регу. Сейчас смотрите, что еще покажу. У меня есть пирожные макарон. Короче, вот, показываю. А смотрите, что там нарисовано. Хоба! Хоба! Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.